Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBG. Будем сегодня играть еженедельное испытание. Ребята в Дискорде говорят, что оно пиздец сложное, что надо играть только командой. Я согласен, потому что здесь, насколько бы ты хорош не был, ты просто умрешь. Ну вот, без вариков. Я скажу то, что вчера пару раз с него сыграл. Хотел пройти, но мне просто вообще тотально не везло с командой. Я не знаю, что-то прям вообще все хуево было. Ребята постоянно где-то, блядь, встревали, где-то ставим мины. Там чувак вообще в другом конце вот этого ангара попадает на ловца. Ты въебываешь просто сумку, пока бежишь к нему, к этому ловцу. Ну не знаю, как-то все вообще неудачно было. То есть оба раза доходили до финального дефа, но заходят люди, вот я играл с палачом, да, то есть чувак себе вблизи дрался, а хули он бессмертный, ему вообще абсолютно все равно. С медиком, который бафал себя и думал то, что вот этот вот баф, скажем так, не перенаправляет урон. Но по факту, друзья, механика вот этого испытания такая, то что весь получаемый урон передается. То есть не тот, что вы там получаете именно по ХП, а именно тупо весь. То есть у вас не сбивают вот это временное здоровье. Весь урон перенаправляется чуваку, у которого корона. Вот он, как у меня. Поэтому оно и находится такое сложное, потому что... Есть люди, которые ниже левелом, которые объективно понимают вот эту всю историю, то, что надо оставить сумку и так далее. Я вот вчера въебал, потому что на финальном дефе чувак подобрал сумку, и у меня просто не было шприцов. Да что ж с тобой такое? Есть таранушка. Я не восстановился, да? Но в любом случае, мы к моменту, когда добежим, уже все восстановим. Главное, что бежал он на меня. Это плохо было. Это было реально плохо. Я получил ненужный мне урон. Так, что ж, предлагаю искать записку. Я вот почему не люблю ботов, потому что эти ребята тупо стоят и ждут, пока случится что-то хуевое. Ну вот, прям вообще. Мне на самом деле иногда подсказывает, скажем так, интуиция, то, что намного бы проще проходилось бы это с ботами, чем с людьми. Так, у нас здесь есть шприцы. Окей, бафы. Бафаемся, что-то я нихуя взрывчатки не вижу. А где он? Я увидел. А, она все здесь. Я понял. Вирус мы не берем, потому что урон вот этот вот, который хер знает от чего прилетает, то есть да, от ботов там, от чего угодно, он разбивает на колбу с вирусом. Я что ищу? Я ищу этот, как его, бумажку. Бумажка, насколько я знаю, лежит здесь, но здесь ее нихуя нет. Ладно, что ж, набафаемся. Его, есть сигналочка. Все неплохо. Давай бота бафнем. Нам не жалко. Steam proof.
нормально. Вполне себе. Правильно, ребят? Даже шумиху не подняли. Так, что ж, идем дальше. От крыс мы избавились, у нас все. Неплохо. Единственное, надо глянуть. Я, честно скажу, не помню, где здесь документы лежат. Поэтому будем по большей части обыскивать все. Арбалет, вы серьезно? Ладно, возьмем карабин. Все-таки лучше, чем ничего. Я еще с ботами, ко мне даже никто не подключился, интересно. Выходим, ребята. Ой, как хорошо. Вообще, я бы так сказал даже. Идеально. Берем антиматериалку. Ну, давайте еще раз бафнемся. Что экономить, как говорится, правильно. Так, а мне интересно, кстати, что... Что здесь есть, может, там бумажка какая-то, не знаю. Очень неплохо. Я думаю, то, что имеет смысл это приберечь на потом. Так, есть пулемет. Смущает меня то, что я в соляру пока что, конечно. С ботами, но как-то с ботами даже идет лучше, чем с людьми. На самом деле, друзья. Возьмем автоматушку. Так, что это такое? Давайте автотурель поставим. Мне кажется, что надо здесь затарить максимум. Все порядок. Enemy explosives. You are in my world!
То есть они, блядь, пока пробежали, уже все догорело, да? Ребята, у меня боты получают меньше урона, чем люди, блядь. Вы представляете, насколько, как далеко искусственный интеллект дошел уже, блядь. О, со мной 40-й левел. Это 10-й левел стрелок, друзья. Это, собственно, можем так сказать, мой конец уже, наверное. Пиздец. Все, друзья, поиграли. Ну, было весело, я думаю. Собственно, надо готовиться к тому, что сейчас мы въебем. Ну, а что, не всегда же выигрывать, правильно? Вот просто ты играешь, старайся на максимум, потом хуяк тебе на 40-й левел зашел. Скорее всего, даже с пушкой не прокачанной. Блять, я вообще гоню, да? Это что-то вообще какой-то, блять, сюрреализм. Так, бери девайс, дружок. Так, а где здесь документы? Я вот не помню, блять. Но, по-моему, в этой хуйне они лежат. Нихуя тут нет. Ну, не прикольно, да. Нахуя на это в них стреляешь? Нахуя на это просто в них стреляешь? Все, зашел, все у нас хорошо. Так, сейчас надо встретить пиздюков. Я не попадаю, да? Да, я не попадаю. Что за хуйня происходит? Блять, пиздец, я боюсь за него. Я боюсь, блять, за этого чувака. Так, ладно, надо это быстрее все заминировать, потому что, ну, чувак сольется. И в идеале, если бы он, сука, подключился уже где-то на последний деф, ну, как-то так. Где уродцы? Баба, в смысле ты не умерла? Что ты там делаешь, блядь? Какой, блядь, ближний бой? Пиздец. Бомбочку он, блядь, поставить решил. А, патрошек взять. Это обязательно.
ПП есть. I can work with this. Где? Focus fire on the big one. Да что ж за хуйня? Блять, он меня еще сейчас пристрелит. Да пизда, блять. Пиздец, не я добил на тарана, блядь. Так, что мы делаем? Ставим взрывчатку. Бежим в ту комнату, забираем сумку, она там была. Ты что, это пиздец? Я должен, вы знаете, вот это вот тот случай, когда ты просто думаешь, блядь, как тебе выжить. Вот просто как тебе выжить, имея в команде этого человека. Он не должен бегать соло, блядь. Вся фишка в том, то, что, блядь, ему просто не надо бегать соло, и все будет хорошо. Блядь. Отлично. Ты на это справился с этим, друг. Это пиздец. Так, а у меня, если память не подводит, здесь где-то документ и должен быть. This will do. Fresh ammo. Hold fire. Я что-то документа не нашел, не знаю. Может, я где-то что-то заплужил. Так, ладно, похуй. Девайсы, девайсы, ищем девайсы, друзья. Мне срочно найти еще одну. Еще одну сумку. РПГ здесь есть. Берем РПГ, поможет восстановить быстренько аптечку. Блять, если я с этим чуваком пройду, это будет эпичненько. Потому что я, блядь, с 999 не мог пройти эту хуйню.
Machine gun in place! Going heavy! Ну, урона у нас хватает. Есть аптечка, и все в целом неплохо. Бахаемся. Но здесь главное, чтобы вот эти вот не залезли. Я одно не могу поменять, где мне взять девайсы. Блять, его убили. Этого чувака обязательно надо косануть. Надо максимально запускать КД шприцов, потому что будет пиздец. Я ж нажал. Ебучий бот дерется. Блять, друзья, я когда в соляру экстримы прохожу, я так, блядь, не сосредоточен, как сейчас, чтоб мы с этим чуваком это пережили. 40-й левел, 10-й левел стрелок, блядь, а что творит? Что творит, обратите внимание, друзья. А он просто, блядь, берет и не проигрывает нам это дело. Вот так на изи, на расслабоне прошли мы эту залопу. Это с третьей попытки я эту херь прошел. Стрелок, блядь, 10 уровня. Просто чувак, блядь, ну я не знаю, были моменты, конечно, когда я охуевал с него. Но в целом, друзья, я скажу так, то, что я играл с 999 левелами, которые вообще нихуя не понимали, что делать. Вот просто 999 палач с тобой, который дерется вблизи, который ловит постоянно урон, блядь, ты постоянно как не в себя колешься, все сумки, блядь, что находишь, выкалываешь, а что не находишь, забрали уже какие-то твои союзники, там какой-то стрелок или тот же самый палач или что-то такое. Ну, этот чувак вообще красавчик, скажем. Что ж, выполнили мы еженеделочку. Вообще, Sony PlayStation. Sony, блядь, PlayStation, 40-й уровень. Это даже, блядь, не мышка, вы понимаете? То есть этот чувак реально хорош. Ну вот прям вообще охуеть, как хорош. Потому что я же говорю, я играл
просто вот с full пати. Один раз я подключился в игру, второй раз я создал сам. И вот то, что я создал сам, это был пиздец. Ко мне зашел палач, ко мне зашел медик, который колол только себя. И, блядь, и кто там еще? А, еще стрелок у меня был. А в ту пачку, в которую зашел я, там стрелок был с короной, блядь. Вы понимаете вообще в чем? Вот на победочку. То есть стрелок рассчитывает то, что в карте, где нет аптечек, вся команда не получит урона столько, чтобы он не упал. Ладно, похер, давайте не будем о плохом, давайте поиграем ежедневочки, что у нас здесь, без права на ошибку, зона комфорта, ну, вообще огонь, берем эту херню. Сегодня у нас будет день медиков, не знаю, раз уж на медики начали играть, давайте на медики и продолжать, и поехали в зону комфорта, без права на ошибку, короче, во всю вот эту вот херню, попробуем выиграть. Вообще, на самом деле, это, сука, очень сложная тема. Сложная она тем, то, что боты, они вечно очень медленно ходят. Вот, то есть, ты должен отбежать на них на достаточно большое расстояние, чтобы бот побежал за тобой. То есть, и, ну, на самом деле, вот такие испытания, они сложные тем, то, что, ну, боты тупят. То есть, ну, а так как я играю на медике, в принципе, я буду поддерживать на себе баф, и все будет, я думаю, что неплохо. Но, конечно, я не знаю, прям, вот та игра зарядила меня позитивом. Вот, прям вообще начал в людей верить. То вот, друзья, вот вам пример, блядь, как можно на 40-м уровне, на 10-м уровне стрелка, блядь, брать и выигрывать то, что не могут, блядь, 999-й. Ну, понятное дело, я там, конечно, запотел, да, то есть, чтобы у нас все было окей, но... Тем не менее, чувак реально был неплох. Но он не умирал от какой-то херни, от которой умирали 999-е. I hope you have a cold dog. О, бензочка есть. Можно будет бабу сейвить. Well, look at that. Doc, how many people were working down here? I don't know. Давайте бафнемся, не хочу я тратить время на эту херь. Будет прикольно, если, блядь, ко мне никто не подключится, потому что испытание уже поменялось. Блять, в идеале постоять бы 30 секунд здесь. Но не буду вас задерживать. Потому что, ну, можно было бы фармануть Easy Device. Кстати, а я, по-моему, пробивной там не проверял. Но здесь есть, поэтому похуй. Блять, эти ебаные боты, как всегда. Нихуя бежать за тобой не хотят. Нихера тут нету. Ну и что, и все, в принципе, неплохо. Не прям, чтоб заебись, oh, да? Central hub. We're moving resources. Too many entrances to cover here. Protect the dock. Вся проблема в том, то, что если сдохнут боты, они это навсегда. Ну, ничего не поделаешь. И обратите внимание на еще фишку. Боты заняли позиции, им на меня похуй. То есть они вообще не парятся. Get away from the door. Voltage grid is armed. Must be something. Ой, как, какой здесь местяк неплохой. Но, скорее всего, ботом пиздец. Ой,
Очень много урона я получаю. Что не есть, конечно, прикольным. Что это за херь? Я ж кололся, блядь. Я ж, блядь, кололся. Тимурка. Блядь, мне еще. Что с вами за херня? Ну и все неплохо. My hands are shaking. Stay quiet and keep out of sight. Нормально. Блять, это не прикольно. Ну, на, давайте-ка. Сделаем вот так. Ну, отлично. Блять, сколько здесь девайсов, это просто пиздец. Это прям, я не знаю, просто охуенно, я бы так сказал. Ну что, друзья, теперь выживалочка сейчас и побегушечки достаточно долгие. Не прикольно, что боты не воскрешаются, конечно. С ними повеселее, но ничего не поделаешь. Вот этот сучонок.
Все по таймингу, все охуенно. Все, ну, как говорится, прям по красоте, по гайду. Шприцы, ну, как видите, постоянно максимальные. Где, сука? Это проигрыш. Он сейчас повалит меня. Это просто, просто вот, блядь. Я вообще не знаю, как это получилось. Блядь, реально, я не знаю, на секунду раньше бы я освободился. В плане, вот, от установки пробивного. Было бы все просто замечательно. Пиздец. Так, давайте посмотрим, там испытания не обновились. Туннельное зрение, знак свыше, святая земля, я чувствую твою боль, блядь. Опять этот пиздец, новичок, способности всех классов, кроме стартовой. Это просто пиздец, это просто, ну, я не знаю, здесь надо супер потная команда, чтобы это прошло. Вот это вот реально очень сложно. То есть, ну, не скажу, что это что-то невозможное, я думаю, вдвоем с Аней и... С парой ребят мы бы, конечно, это прошли, но вот с рандомами это, мне кажется, что-то нереальное. Так, здесь у нас экономическое потребление, мародерыч. Так, ну, как я и говорил, друзья, собственно, начали мы с медика, поэтому давайте медиком и продолжать. Хотелось бы сразу сказать, друзья, то, что вообще несколько обидно мне, я, вы знаете, вот, закуражился, можно так сказать, и... Мне казалось, то, что есть баф, все хорошо, но что может случиться? Ловца я только что убил, и крыс убил, всех убил. То есть, ну, даже если я получу там немножко урона, то похуй. И я начал устанавливать вот этот пробивной. И на самом деле, ну, вот, вот абсолютно все бы жил, кроме, блядь, вот этой херни. Даже если бы появился таран, он сразу бы не разбегался, потому что я бы в него не стрелял. Ну вот, в моей картине мира в тот момент я был в абсолютности. Просто вот, ну ничего там, меня не должно было убить, скажем так. Ну ладно, похуй, что, с чем, как говорится, что не случается. Это чисто мой просчет. И скажу вот какие-то такие реально мелочи, вот типа, да, вот поставил просто не по таймингу пробивной. Вот, но они порой очень сильно... аукиваются. Вот, особенно это, когда ты проходишь в соло экстрим, то есть, ну, там вот буквально абсолютно любая твоя ошибка, она может стоить игры. Вот просто не туда свернул, вот у меня куча раз было такое, то что, когда проходил экстрим, просто спрыгнул сверху, и зомби, которые стоят снизу, они просто за счет того, что ты перекатился, они тебя шотят. То есть они просто тебе это даже не дают встать. Ну, и таких моментов на самом деле реально до хера. Ну, здесь фактически такое мини-бессмертие у нас, поэтому мы можем это все достаточно легко пройти. Это фактически вечный баф. Нажимаем. Херня эти. Сумок здесь нету, но нам абсолютно похуй. Но, не браска. Кстати, с этим чуваком я раньше достаточно часто играл, или эта девочка, не знаю. Но не помню, нас хорошо играет или не хорошо. Но было давно, и помню, что часто очень я попадался. Так. Come on, creep. Make it there. Hurry, hit the next switch. The next switch might unlock it. Creeper down. Блять, я забываю, что здесь нельзя перезаряжаться, и у меня просто пиздец уже магазину. Жми.
Просто забываю, блядь, что нельзя, сука, перезаряжаться. Это пиздец. И на все патроны проебаны. Гром тех, Небраска. Это, судя по всему, пати, я не знаю, но мне что-то так подсказывает. Using a stim. Shit, no roof. I don't like it. Stevie, we're in the hub. No, my little henchlings have reached the sea. There are two control rooms here. Use the one on the right. Забираем ППшку, и у нас все неплохо. А что, что Небраска там? Кстати, друзья, я совсем забыл, мы не взяли. А, забирай там что-то. Что найдешь? Не нашли на документ. Это на финиш. А чё, не дотягиваюсь? Понятно, не дотягиваюсь. Мне абсолютно похуй. Так, ну что, я думаю, пора бы подрубать эту херь. Или они там не лутанули еще ящик. Да, они смотрят ящик. Оператор дрона, 7-й левел палач и 30-й левел лот. Мой старый знакомый, скажем так, или знакомая. Но на самом деле мы нихуя не знакомы, просто очень много раз раньше попадались вместе в одну игру. Что-то у нас беда с бочками. Бочек практически нету. Да, это плохо. Спасибо. Да, на, блядь, как раз то, о чем я мечтал. Давайте-ка я полечусь, наверное. Раз уж здесь все нехуй делать. Ну, блядь, вы прям по-богатому. Что, серьезно, нет аптечки? Ну, это прям обидно. Но если я не выбью, это будет прям хуёво, я бы так сказал, друзья. У нас все максимум хорошо. Здесь реально игра на расслабоне. В плане того, что фактически бессмертного медика, но тупо, не знаю как. Так, стоп, надо взять патрошек, потому что моя привычка перезаряжаться, когда надо и не надо. Надо найти ебаную эту штучку. Так, собираем многозарядочку. Многозарядочка — это неплохо. Так.
Reaper's gone. Came out of nowhere. Some kind of gas down here. That pipe. That's not there. Look here. Get away! Who shot me? Блять, хотели по-тихому, а в итоге, блять, на тот сигналки выстрелил. Так. Интересно, где наебанный документ? Надо пойти его выручить, что ли? Вот и бафнулись, и чувака бафнули, и полечили. И хпшечки у него теперь много. Так, а здесь у нас раз. Ну, чуваку прям не прокает, не знаю. И мне не прокает, я документы нихуя не нахожу. А, блять, все бы хотелось взять, но, ПП, мне кажется, будет эффективнее. Но с ПП я могу больше убить, чем с этой херни. Сука. Блять. У него был пап топовый, третий. Где он его взял? Кстати, по всему ящик пробивал. Собирайте. Медкит. Медкит here. Нахуй он мне не нужен. Не успеет. Блять, что вы что, серьезно? Вы мне аптечки оставляете? Ну, ребят, я, конечно, благодарен, но я не через это играю, конечно. Так, начинаются вот эти пиздючие бега. Вот этих негодяев. Я бы на самом деле мог бы здесь даже попробовать ее восстановить. Сейчас повалят с учата. Oh!
picking them up. Вот строй. Левел оператор дрона. Так. Здесь... Нигде листочка нету, блядь. Блять, если он пойдет, это ж не прикольно будет, правильно? Поэтому похуй. Надо хотя бы с Небраской добежать, а там мы справимся. У нас есть обои Хэвич. Вот это, да. Ну отлично, они втопили вперед. У них дроны. Ой, как неплохо. Просто трешак невероятный происходит. Да убейте этого урода. Ну вы что, серьезно? А, тут один чувак у нас. Теория, но я бы мог его. Блять, ну это долго будет. Ну мы переживем это по-любому. ПП. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так. Ну, кстати, что интересно, не нашли пробивного вообще. Мы вообще что-то нихуя не нашли. Мне что-то подсказывает, что где-то здесь, блядь, ну, может быть, бумажка. Только я ее, блядь, не нашел, да? Ну, похуй. Отлично. У нас есть пробивношечка. У нас есть еще 4 выстрела с этой херни. Прикольно. Нихуя себе вы бьете. Его нельзя, чтобы этот пидор убил. Блять, вообще на тоненького, чувак, я тебя спас. Просто на тоненького. Это вторая его смерть, он бы сейчас подох. Как-то неприкольно, да? Так, я думаю, то, что надо ставить на все эти автотурели наверх. Я стану наверх. На кнопку. У нас все будет неплохо. Вот это более ходовая. Robotic death machine, baby. Stay quiet.
А что, типа, нихуя хэви нету, да? Ну ладно, похуй. Нихуя нет уже. Прошли его, только нихуя документов не нашли. Он что, типа отжал? Не, ну мы прошли, но, ну, блять, это хуйня. Да не, нихуя прикольного нет. Мы проиграли, блядь. Потому что я не принес документ. И все. А без документа это беспонтовое прохождение. Собственно, на сегодня все, друзья. Надеюсь, это было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. И хотелось бы сказать, что скоро будет еще одна игра про зомби. Достаточно хайповая сейчас. Много в нее людей играет. У нее хорошие отзывы. Там открытый мир, выживание, зомби-апокалипсис. Все, скажем так, как вы и я любим. Поэтому, собственно, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И на сегодня все.